Что, что? Иду, иду. Ты собираешься в этой жизни или нет? Собираюсь, собираюсь. Я вот скоро иду. Я сейчас без тебя все как бы слопаю, как бы и все. Да я не очень хочу кушать. О, так подожди. А я для кого суп варила, я тебя спрашиваю? Ну сейчас, сейчас приду, давай, покушаю немножко. Давай. Я просто на диете. А, хорошо. Тогда я немножко тут... У меня диета. Ага. Почекаю. Привет, друзья! Я Веселый Джин. Меня вызвали, чтобы исполнить любое желание, которое ты захочешь. Но чтобы оно сбылось, тебе нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как твои дела. И тогда я исполню твое желание. Ммм, какой вкусный там лапшичка-то какая! Ой, а креветочки там какие плавают! Ой, вкуснятина! Ладно, давай! Ну что, ты все съела? Нет, я тебя, короче, я просто это... Покушала, а давай иди ешь, а я пока это... Ну, посижу, так сказать, новости позыркаю. А ты где сидишь? Ну, а в смысле где? На диване сейчас телевизор включила, все. Ага. Ага, ну хорошо, иду, иду. Ой, ну чё ты? Всем привет, с вами я, бабушка Грыня. Не, ну вы видели, да? Грыня-то у меня живет. Теперь она мне там потом помогает. Слушайте, ну, это дед все время на рыбалке со своей рыбой. Мне кажется, он скоро с ума свихнется. А с дочкой-то мне что, вообще хорошо? Мы там с ней поболтать можем и вместе что-нибудь там потворить и вытворить. Ну, и она там все время в Канаду ходит, что-то там какие-то советы, что-то дружат они, короче, ой, это уж такое. А вы, начата, не забывайте ставить бабушке лайки и подписываться на канал. Ну, и на реальный контент хулиган тоже подписывайтесь, бабушка будет только рада. Я. Так ты поела? Да. Как поела? Так, подождите, ну-ка. Ой, пошла я, пошла, а, да. Куда? Так, она поела? Нет, ой. Съела вроде. Так, подожди, ну ты... Куда? Что такое? Куда ты заразу скакала? Ты что, к себе пошла? Пойду я, пойду. Куда пойду? Так, ты от меня не спрячешься. Так, ну-ка быстро говори, так, где добы нету. Ну-ка, в мою комнату зашла. Так, Врнуля. Пойду, сюда. Так. Пойду. Ты что так есть хотела, что ли? Пойду. Ой, устала. Да куда ты бегаешь-то? Ну так ты бы что пожрал, так ты вроде... Подожди. Ты мне сказала, что ты на диете. А, ну да. А при этом съела две тарелки супа? Ну да. Бабушка, а вопрос? А у тебя сыр копченый есть? Кто? Сыр копченый. Есть. А что хочешь? Дай, пожалуйста, покушать. А еще есть? А ты что такая? Подожди, ты куда ешь-то столько, а? Ну, надеюсь, две головы. Ой, спасибо. Да. Ну, ладно, пойду я. Ага. Куда пойдешь? А зачем ты ходишь за мной? А ты мне ничего рассказать-то не хочешь? Нет, не хочу. А что это ты такая подозрительная, а? А почему ты все время от меня сбегаешь? А почему ты все время меня преследуешь? А потому что ты мне должна что-нибудь рассказать. Например, почему ты хочешь жрать? Потому что я голодная. А ты не была никогда такая голодная. Ты тут живешь уже неделю, первый раз я тебя вижу такой. Ой, а теперь вот захотелось покушать, да. Так, я сейчас позвоню кое-кому и узнаю. Кому? Все. Деду. Вы же с ним секретничаете все время. Хорошо. Ой, не надо, пожалуйста. Так, где мой телефон? Сама не пожалуйста, сказать. Не надо. Этот старый пень сейчас у меня... Ну, я все тебе сейчас расскажу. А выпьет зелье правды, сразу мне все расскажет. А я тебе сама все расскажу. Села. Быстро. Ой. Давай, ой, хорошо-то как. Так, ты можешь говорить нет? Так, ну все, не хочешь? Ой, все. В общем, я это... Нравится? Я просто беременная. Чего? Ну, так уж вышло, да. Какой таблетки, бабушка, что такое? Сердце такое обжарное. Сейчас я тебе воды, я тебе воды. Ужас, ты что-то залила-то все, а? О, господи. Ой, сыра как, вообще. Так, пойдем-ка наверх, ты мне подробнее расскажешь-ка, давай это все, а? Ага, пойдем. Дай-ка я присяду, чтобы больше не падать. Так, ты идешь, нет? А я тут, да. Что ты там делаешь? Иди сюда, говорю! А, ну ладно. Так. Ну, в общем, да. От хулигана? Ты что такое говоришь-то? От кого беременная, спрашиваю? От него, от моего любимого. От какого любимого?
Ну с кем же я тут живу-то, бабушка? С А4? А4, да. Ах, этот прохвост! Я стал беременна от Влада А4. Так я спрашиваю, задела ребенка и сбежал, что ли? Нет, почему? У нас свадьба скоро будет. Да, прям... Ничего себе, ты беременна, конечно. А какой у тебя месяц-то, деточка? А это уже не твое дело. Так, слушай, что? Беременна. А ты не знаешь, что мальчик, девочка? Мальчик. Мальчик? Владик. Еще один, что ли? Да. Короче, знаешь что, Грануль? А? Короче, я тут все подумала, да. Будете что, жить, что? Короче, у меня? Нет! Так, ты меня не перебивай! Что такое? Короче, будете жить у меня, я вам целый этаж выделю. Значит, это, на свадьбу подарю этот вертолет, будете кататься, по машине подарю. Так, но, есть одно но. Но? Из твоего ребеночка монстра сделаем. Нет, нет, нет. Чего это нет? Он у меня будет... Да. Владик говорит, что он у меня будет благородных кровей. Чего? Учиться в Лондоне будет, да, да. Чего? Мы не будем ему даже язык наш рассказывать, он будет сразу знать английский. Какой английский? Ты что несешь, Брануля? Ты вообще что ли сбрендила? Я тебе говорю, будь здесь. Хеллоу, мами. Чего? Хеллоу. Так, я тебе сейчас схаваю сама. Хочешь, на десерт? Не надо. Ты будешь у меня... Ты, так, ты просто не шаришь в моде. Господи, ты меня... Понимаешь? Давай, ты просто не шаришь. Тебе вообще нельзя нервничать. Я... Пойдем, пойдем в комнату. Пойдем, ты лучше мне комнатку сделаешь. Да, да. Пойдем, пойдем. Владик приедет, что из алмазов сделает. Да, хорошо. Все равно я сделаю из него монстра. Все. Никакого монстра все равно пойдем, не будет. Пойдем, пойдем, дорогая. Давай. Мы тебе тут все поменяем. Ой, да, сделай мне, пожалуйста. Так, побольше свету. Да, я себе тут панорамное окно сделаю, да. Давай, 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 да. Панорамное тоже, в принципе, подойдет. Да куда ты так много-то? А второй этаж тоже будет наш. Да, конечно. Паук-то тут не живет. Ты же не против? Не, я согласна, конечно. Ну, все. Я вообще все сделаю, да? Монстров тут больше не будет. А будет, это мы еще посмотрим, это мы еще поглядим. Так, вот не, это оконце. Ну, слушай, светлая комнатка. Ну, да. Ну, короче, давай делай, я попозже к тебе загляну, ага. Ну, хорошо, давай. Хорошо, хорошо. Так, пойду-ка я, короче, зелье наварю, так сказать. Родит будет, так сказать, монстриком. Вот маленький Владик-монстр у нас будет. Да и вообще, что за имя-то дурацкое? Владик! Нет, внучата. Назову я своего внучоночка по-другому. Все-таки монстру имя Владик вообще не подходит. Вот я бабушка Хренни. Дед, значит, это дед. Она Хренуля и Владик. Здрасте. Короче, надо будет над этой темой покумекать. Все, внучата, сейчас я, короче, буду зелье варить. Но я вам это не буду показывать, потому что это секретно. А то вы вдруг все ингредиенты мои, так сказать, запишите. Вот. Все, ну что, давай обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. А бабушка с вами прощается. Всем удачки, всем пока.